Так, здравствуйте, уважаемые товарищи. Спасибо, садитесь. Значит, сегодня у нас с вами консультация по курсу, по всему. Значит, я вам советую ее максимально использовать для своей подготовки. Вот, все, что у вас вызывает вопрос, сомнение, недоверие, протест и так далее, и все, что непонятно, или что не вполне понятно, то есть все, что вам желательно прояснить, вы по этому поводу задаете вопрос. На консультации главный человек – это тот, кто задает вопрос. Вот, а я вот нахожусь в положении экзаменующегося, то есть в том положении, в каком вы будете находиться на экзамене. Поэтому у вас сейчас есть счастливая возможность меня поэкзаменовать. Кто-то хочет еще раз, так сказать, убедиться в чем-то, что он, так сказать, читал или смотрел, и, так сказать, у него есть какие-то по этому поводу критические замечания. То есть, пожалуйста, все вопросы, которые вам в голову приходят, пожалуйста, задавайте. Поскольку мы уже на экзамене, я буду задавать вопросы вам. Так, что касается порядка проведения экзамена, значит, каждый мне должен написать два листочка, выбрав два вопроса из всех, из того перечня экзаменационных вопросов, которые у вас есть в программе курса. Вот. Ну, раз он выбрал сам, то, следовательно, это у него любимый. Раз любимый, если он там спотыкается на этих любимых, значит, я делаю вывод, что он тогда остального курса вообще не знает. Поэтому это не такая уж, можно сказать, добрая помощь, которую я вам оказываю. Это вот такой способ, который, с одной стороны, вам дает свободу выбора, чтобы продемонстрировать, что вы разбираетесь в социальной философии. С другой стороны, меня это никак не ограничивает, в том смысле, что если я вот вижу, человек блестяще отвечает по этим двум вопросам, я в ряде случаев сразу ставлю оценку, и все. Если он что-то там не то написал, а если вы в чем-то сомневаетесь, не надо это и писать. То есть человек, если он что-то сдает или что-то он подает, там, курсовую, диплом, диссертацию, он должен себя показать не с худшей стороны, а с лучшей стороны, правда? Поэтому вот если он написал, вы же сами написали, сами выбрали. Зачем вы написали то, что вы там не разобрали или не поняли и так далее? Тем более, что у вас есть возможность то, что непонятно, выяснить сегодня. Вот. Кроме того, у вас есть возможность, поскольку все лекции записаны и вывешены, посмотреть соответствующую лекцию. Да? Смотрели, видели, есть. Вот. Поскольку вот так обстоит дело, поскольку, так сказать, экзамен в ваших руках. Ну вот сейчас я готов слушать. Пожалуйста, какие вопросы кто? По поводу задавания вопросов. Обычно вопросы задают те, кто лучше знают. Поэтому не надо бояться задавать вопросы. А те, кто плохо знает, они обычно вопросы не задают. Поэтому кто хочет продемонстрировать то, что он знает, пусть задает вопросы. Пожалуйста. Когда задаете вопрос, встаете, встаете и громко. Встаете. Сначала встаете, потом громко задаете вопрос. Передать вопрос о объективности, ну, тут становится непонятным, потому что Гегель дает три понятия объективности. И вот одно из понятий – это объективность – это мыслимое в себе, то, что есть, в отличие от того, мыслимого нами, а тем самым отличаемого от самой вещи, то есть вещи в себе. То есть, по сути, ну, мне непонятно не совсем, то есть объективное – это то, что существует, но немыслимо. Не так. Ну, во-первых, вот вы сейчас в вопросе об объективности ссылаетесь на Гегеля, да? Это не самый лучший вариант. Почему? Потому что Гегель, как известно, идеалист. Так, а вопрос об объективности и субъективности решил материализм диалектический. Вот, а сейчас садитесь. Поэтому, когда речь идет вот об объективности, то мы имеем в виду то, что существует
вне зависимо от сознания людей. То есть то, что есть, не в головах, а в жизни. Независимо от того, осознали мы это, не осознали мы это. И это относится не только к явлениям природы, потому что явления природы были до нашего с вами существования, я думаю, и прекрасно обходились без того, чтобы мы их обдумывали или, так сказать, правильно отражали. У Гегеля говорится об объективности так же, как и дальше и в диалектическом материализме, об объективности в том смысле, что правильно ли мы отражаем этот мир. То есть вот это объективная точка зрения, если эта точка зрения отражает то, что есть на самом деле. И эта субъективная точка зрения, если она не отражает то, что есть на самом деле, да, а искажает то, что есть на самом деле. Поэтому понятие вот в этом смысле объективности, как правильного отражения того, что есть на самом деле, то, что есть в жизни, то, что есть в бытии, то, что есть в материи, и это понятие сохранено и в диалектическом, и в историческом материализме, то есть в марксизме, и поэтому мы им тоже можем пользоваться. Но вот в этом смысле. Но первое понимание объективности и самое главное – это то, что есть независимо от сознания людей, то, что есть в материи. Это не только в явлениях природы, но и в обществе. Объективные законы общества, развития общества. Закон стоимости – это закон, который действует тогда, когда его осознают, или он действует независимо от того, осознает его. Он столько времени действовал, пока Маркс его не сформулировал. Очень долго. А и от того, что он, Маркс его сформулировал, он от этого не перестал действовать, и лучше не стал действовать, он остался тем законом, который был. Или закон спроса и предложения. Выше цены – меньше спрос. Ниже цены – больше спрос. Это такой поверхностный закон, который действует, так сказать, во всяком рыночном хозяйстве. Но этот закон иногда подводит людей, потому что за ним нет никакой глубины. Вот у меня была такая история. Я в 92-м году проходил переподготовку в Республиканском гуманитарном университете государственном, в РГГУ. Вот на меня там отправили. 2 месяца я торчал в Москве. И там нам товарищ читал всякие там, значит, вещи, относящиеся к применению математики в экономике. Поскольку у меня диссертация кандидатская «Соотношение качественного и количественного анализа в марксистской политэкономии», я особенно там не утруждался этими лекциями. И наоборот, так сказать, весьма критически смотрел, что рассказывает. Вот есть такой так называемый маршалянский крест. Дескать, вот с ростом цены потребление падает. Вот график такой убывающий идет. А производство, если цена растет, возрастает этого же продукта. Тогда, значит, вот так идет. И вот эти два графика, один такой, другой такой, в одной точке встречаются. И этот вот маршалянский крест показывает точку, равновесие, спросы и предложения. Это довольно такая красивая вроде бы картинка, так, с виду убедительная. Ну, во-первых, сколько у нас товаров, скажите, пожалуйста, примерно, штук, видов? В экономике, как вы думаете? Ну, сколько? 100, 20, 10, 1, 2, 3, сколько? Ну, сколько много? Ну, из категории так говорят. Много. Ну сколько? Какой порядок? Ну, порядки считаются на десятки, да? Каждый раз в 10 раз. Не, больше 10, больше 100, больше 1000. Меньше 100, но больше 50. Меньше 100? Больше 50. Да ладно, одной помадой меньше 100, больше 50 не бывает. Миллионы товаров, миллионы, десятки миллионов товаров. Поэтому это все вот эти картинки, когда берут, выхватывают один какой-то продукт и думают, что вот, значит, если вот так изменяется, а все остальные товары на все это влияют, правда? И доходы на все это влияют, в это время изменяются доходы, поэтому это выхватывание всего двух элементов вообще ничего не дает, ничего не показывает. Поэтому я вот товарищу, который читал лекцию,
спрашиваю, а скажите, пожалуйста, а вот вы нарисовали Маршалянский крест. Вот смотрите, в России. Я говорю, это же вы нарисовали не для какой-то особой страны, а для всех стран, то есть и для России, да? Ну вот с Россией, в России в 90-х годах цены на мясо вырастали, потребление, соответственно, падало, а производство... И производство падало. И вместо того, вот и то, что вы нарисовали, вообще не соответствует тому, что на самом деле было. Что в объективности это было? Цены на мясо росли, и производство мяса тоже падало. Скажем, я долго никак не мог найти, в силу нашей блестящей современной статистики, которая старается не показать, что у нас происходит, потому что как-то хорошего показывать вроде бы и нечего, а плохого как бы и нежелательно показывать. Так вот, по нашей статистике, порядка 20 миллионов голов крупного рогатого скота было в 90-м году, а сейчас 8. 8. А цены на мясо благополучно растут. Поэтому вот все эти вот такие с виду красивые схемки, они очень часто являются глубоко субъективными. То есть так все представляют, изображают, картинки рисуют, и эти картинки не отражают те действительные процессы, которые идут. Потому что они не берут вопрос глубоко. Потому что сам вот этот закон спроса и предложения, вообще поверхностный закон, это пена. Он изображает движение пены. А движение пены по разным причинам может меняться. Вовсе не по глубинным. А вот закон стоимости – это закон более глубокий. Он говорит о том, что стоимость товара, то есть пропорция обмена, определяется количеством общественных необходимых затрат труда на его производство. И по этому поводу тоже. Если вы возьмете, начнете в буквальном смысле это применять к современной капиталистической экономике, то вы обнаружите, что совсем не такие пропорции. Они определяются другим. Вот это Маркс такое понимание закона стоимости вывел в первом томе «Капитала», исходя из того, что товары продаются по стоимости. Дескать, давайте предположим, что товары продаются по стоимости, и тогда откуда берется прибавочная стоимость? Вот задача, которая решалась. То есть можно ли показать, что производство прибавочной стоимости происходит, если товары продаются по стоимости? Никто никого не обманывает, что это не в обращении получается, а именно в производстве. А вот когда он переходит в третьем томе «Капитала» к процессу капиталистического производства, взятому в целом, вот тогда Маркс показывает, что на действительной капиталистической экономике, то есть на поверхности, действует так называемый закон цен производства. Формула цены такая: издержки производства плюс средняя прибыль. Ясно, что все затраты, которые вы делаете, тоже вы приобретаете по ценам производства. Поэтому, чтобы рассчитать, чему равны цены производства, надо было бы сделать такую систему уравнений, в которой цена каждого продукта складывается из суммы цен с соответствующими коэффициентами, с коэффициентами затрат всех остальных продуктов. Правильно? Но если не затрачиваются какие-то продукты, там нуль стоит. То есть можно считать, есть n продуктов, и вот такую систему n уравнений с n неизвестными надо составить. И, в принципе, она разрешима. Такая система линейных уравнений. Маркс такую систему не составлял, он это не применял. То есть закон цен производства – это объективный закон. Потом в него тоже начинают вмешиваться другие объективные факторы. Начинает Маркс учитывать наличие земельной собственности, земельных собственников. В чем смысл земельной собственности? В реализации с этой собственности в виде ренты. Это в чем функция этого земельного собственности? А не в чем? В том, чтобы брать деньги с тех, кто на этой земле его хозяйствует. Поэтому Маркс сделал такой вывод в «Капитале», что ликвидация частной собственности на землю и переход в государственную собственность земли является такой буржуазной мерой, которая ускоряет развитие капитализма, потому что одна из составных элементов затрат отпадает. Капиталист должен был арендовать землю, платить этому землевладельцу, как паразит, он ничего не делает. Он вообще ничего не делает. Капиталист – организатор производства,
Так рабочие непосредственно выпускают, так сказать, осуществляют трудовую функцию, а землевладелец просто стрижет купоны. Значит, если убрать этого землевладельца, то тем самым капитализм развивается быстрее. Поэтому некоторые, когда думают, что вот, если происходит национализация земли, то это значит, это прямо социалистическая мера, это неверно. Это мера вполне буржуазная. Вполне буржуазная. Как бы класс капиталистов в лице своего государства освобождает всех капиталистов от уплаты абсолютной ренты земельной и так далее. Вот. Короче говоря, значит, понятие объективности может употребляться в двух смыслах. Объективное, как то, что существует в виде материи в любой ее форме, в том числе и общественной формы движения материи. Или в том в смысле того, что это такое знание, которое не искажает, а правильно отражает то, что есть действительно в самой материи. Вот это второй вид объективности. Если у вас, так сказать, есть точка зрения, и вы, эта точка зрения неправильная, можно сказать, что она не объективна, ваша точка зрения. Вот я вам буду ставить оценку 5, а вы скажете, не объективно вы ставите, у меня, я знаю на 3. И будете со мной спорить. А я буду с вами спорить. Но кто-то из нас победит. Понятно, да? Следующий вопрос. Да я подумаю, что вообще вы все знаете. В это трудно поверить, потому что я, например, не все знаю. Поэтому, если бы меня спросили, знаю ли бы я все, я бы не сказал. Да. А можете вы это громко сказать? Вот вы меня моложе и лучше. Я думаю, что нет. Вам надо раскрыть, если вы решаете один принципиальный вопрос о праве нации на самоопределение вплоть до отделения, то вы показываете, что это демократическое, так сказать, право, что это право отрицательное. Когда я говорю, что вы имеете право на самоопределение вплоть до отделения, это вовсе не значит, что я вас к этому призываю. Например, каждый здесь присутствующий имеет право покинуть консультацию, правильно? Вот я сейчас, значит, скажу, поскольку вы имеете право, так и выходите. Нет, я вас вообще не призываю, чтобы вы выходили. Я вас призываю задавать еще вопросы, потому что у нас есть с вами созидательная, положительная задача. Поэтому, и наоборот, для того, чтобы эта задача была созидательной и положительной, я должен признать ваше право на то, чтобы не задавать вопросы и вообще здесь не присутствовать. Это же консультация. Это на лекции, мы можем сказать, на лекции вы обязаны быть там. На семинарах вы обязаны быть там и готовиться и выступать. На консультации, ну, скажем, если никто не придет и не задаст ни один вопрос, это тоже право студентов. Право студентов получить у преподавателя, читавшего лекционный курс, консультацию. Не более того, право. Оно отрицательное, в том смысле, что из этого вовсе отрицательное имеется в виду, что он имеет право не приходить на консультацию и не задавать вопросы. Но если такое право есть. У нас таких прав много. Например, с 15 этажа кто-нибудь запрещает вам выпрыгивать? Нет. Ну, право есть такое? Есть. Дескать, мы люди свободные, с какого хотим этажа, с такого выпрыгиваем. И есть такие люди. И выпрыгивают. Каждый год находятся. Тоже, точно так же и с правом нации на самоопределение. И вообще для маленьких наций воспользоваться таким правом можно и нужно только тогда, когда их угнетает большая нация. Правильно? Вот если их большая нация угнетает, надо воспользоваться. Вот то, что произошло на Украине. Ну, там, так сказать, есть районы, которые в свое время были при создании, впервые при создании украинского государства, были присоединены к Украине как части России. Это относится и к Одессе, и к Харькову, и к Николаеву, и к Луганску, и к Донецку. И для того, чтобы это было полнокровное такое государство, в котором имеется и рабочий класс, а не только крестьянские районы, сельскохозяйственные. И все было вроде бы и хорошо, но оказывается, это по-русски,
на русском языке, так сказать, нельзя писать официальные бумаги, начинается притеснение такого рода. То есть в отношении обучения русскому языку то же самое притеснение. И вы видите, что те люди, которые вовсе не ставили вопрос до этого ни о каком отделении или выходе, а поскольку они не видели никакого другого способа, так сказать, решить эту проблему, то они взялись за оружие и стали защищать это свое право на самоопределение вплоть до отделения. А есть, им противопоставляет другое право. Мы, говорит, сохраняем целостность государства. Так что выше, какое право? Право на самоопределение вплоть до отделения или целостность государства? Ну, если целостность государства, тогда вообще никакого права на самоопределение быть не может, правильно? То есть народ, так сказать, в первую очередь должен права иметь, или государство. Государство – надстройка над народом. Что значит государство не хочет? Государство – это не народ. И если у вас многонациональное государство, там есть разные нации в этом, или разные, может быть, именно нации, там говорится, не национальностей, нет такого правила, и нету народностей, скажем, у нас какие-то народности севера вдруг хотят выйти. У них нет ни территории своей, ни экономики, они существовать самостоятельно не могут, поэтому об этом праве не приходится и говорить. Оно носит умозрительный характер. Речь-то идет о том, что если речь идет о нации, нация – это такая общность, которая характеризуется общностью экономики, территории, языка и культуры. То есть они могут просуществовать и без. Вот вы, скажем, не придя на консультацию, можете без меня просуществовать, я предполагаю. Но можете прийти и поспрашивать. Вот тогда у нас может быть какие-то такие дружеские, товарищеские, конструктивные деловые отношения. А если, так сказать, иначе не признается, то все должны быть и обязательно задавать вопросы. Если у вас даже такой мысли нет. Ну, конечно, обязательности здесь не может быть. Понятно, да? То есть всех призывает, те, кто за прогресс, призывает объединяться в самый тесный союз с нацией. В самый тесный союз. Ленин даже вот провозглашал такую идею, что все должно прийти к созданию единого советского государства, управляемого пролетариатом всех стран. Вот, так сказать, самая прогрессивная тенденция. А дальше? Ну, а дальше к отмиранию этого государства, потому что рабочий класс создает какое государство? Отмирающее с самого начала. Поскольку смысл этого государства – довести процесс уничтожения классов до конца. То есть, чтобы классов не было. Если нет классов, нет политики. Политика определяется через борьбу классов. Нет политики, нет государства, нет партий политических. А что есть? А есть коммунистическое общественное самоуправление. Поэтому это вот та линия, которая является действительно прогрессивной, которая решает национальный вопрос. Все другие способы или попытки решить национальный вопрос приводят к чему? Приводят к углублению этого национального вопроса. Возьмем самые современные примеры исторические. Вот вы знаете, что США под смехотворным предлогом, что им показалось, ЦРУ показалось, что там, видите ли, в Ираке есть оружие массового поражения. Показалось. Для того, чтобы, так сказать, убедиться, что его там нету, они сели на самолеты, на корабли, прилетели, разбомбили все, что там могли, захватили. И Ирак уничтожили государство, на всякий случай повесили законно избранного президента Саддама Хусейна, который нам тоже ни друг, ни брат, никто он особенной симпатии, я не знаю, он не пользовался никого в России, но мы не лезем туда, поскольку это, так сказать, другое государство, другой народ, древние культуры, исторически известны, издавна, да? И что? Потом выяснилось, что нет никакого оружия массового поражения, что все это выдумки. И чем это закончилось? А это закончилось вот сейчас появлением этой самой ИГИЛ. Потому что там вот этот баланс в национальных отношениях был нарушен. И это привело к тому, что сейчас там светские государства начинают все более сжиматься, а государства религиозные, причем с реакционной религией, которые устанавливает уже и реакционный государственный порядок, начинают там расширяться и развиваться. Их здорово финансируют. Кто это сделал? Это вот сделали Соединенные Штаты Америки со своими сателлитами. А ведь туда американцы не просто приглашали, а заставляли всех посылать свои воинские контингенты. По принципу, кто не пошлет,
Тот против Соединенных Штатов Америки, а тот, кто против, наш враг. Возьмите ту же самую проблему национальную в Ливии. Сейчас мы знаем, что вот сообщение, что из Ливии плывут люди, кто на плотах, кто на кораблях, кто на чем, тонут сотнями. Причем у побережья Италии. Потому что там тихий ужас вообще сейчас в Ливии. Но прежде чем этот тихий ужас начался, там была благодатная страна, между прочим, буржуазная. Ничего там социалистического не было, кроме названий. Название было такое Ливийская арабская народная социалистическая джамахирия. Но экономика капиталистическая, монополистическая, причем господство в экономике, монополии крупнейшие, не ливийские. Они отчисляли часть доходов ливийскому государству. А ливийское государство использовало их для того, чтобы сделать бесплатное образование, медицину, жилье предоставляли молодым семьям. Не по ипотеке, а в связи с тем, что они вот образовали новую семью и так далее. Как только ливийское государство, значит, поставило вопрос, что надо не 25%, а 50% прибыли отдавать хозяевам этой нефти, то есть ливийскому государству, все друзья и все те люди, которые выказывали всякие почести этому Муаммару Каддафи, собрались опять на самолеты, на корабли, прилетели, убили, уничтожили под предлогом, что кто-то вот кого-то там это государство подавляет. Таких государств, которые никого не подавляют, вообще не бывает. Что такое государство? Это машина для подавления противников класса, который правит, так? Поэтому при желании, укажите мне любое государство, я обнаружу, кого оно там подавляет, и на этом основании могу направлять туда для подавления тех, кто подавляет, военные, так сказать, подразделения, танки, пушки и самолеты. И что мы получили? А там сейчас вообще нет государства. Там племенная рознь, резня, нет правительства. Никакого нет государства вообще, разрушено. И там есть, оттуда течет дешевая, вот нелегальная нефть, и она прекрасна, она в танкерах перевозится и продается, и денежки за нее выручают. А дешевая, потому что она нелегальная, а нелегальная, потому что, не может быть, там легального нету, там государства. Вот что произошло. Это что такое? Вот вам отношение к целостности государства. Какое имеется? Скажем, в том же Крыму. Этот вопрос тоже не ставился о самоопределении крымчан. Он встал тогда, когда в Киеве произошел реакционный фашистский переворот. И этот, поскольку переворот состоялся, то, строго говоря, освобождение любой части территории от фашистов является положительной прогрессивной мерой. И, конечно, тут больше даже мы говорим о вопросе социальном, политическом, чем о национальном. Правда? Потому что вы можете найти русских в правом секторе и украинцев в составе ополченцев на юго-востоке Украины. Так, понятно, да? Так, следующий вопрос. Надо какой-то задать вопрос, чтобы я не ответил. Потом вы не будете отвечать на экзамен, сказать, ну вы же тоже не отвечали. Чего вы пришли, не заготовились? У нас же с вами состязательность. Знаете, какое сейчас требование в суде? Это суд не ищет истину. Это наш товарищ Пострыкин, начальник Следственного комитета, председатель и руководитель, он все время ставит вопрос, надо вернуть в уголовно-процессуальный кодекс тезис о том, что суд выясняет истину. А это никак не получается ему туда вставить. А вот там записано, что у нас носит состязательный характер. Вот мы с вами пришли, сели, и у нас будет состязательный характер на экзамене. Или я так задам такие вам вопросы, что вы не сможете ответить. Или вы так будете отвечать, что я не могу вас никакими вопросами сбить.
Но кто кого пересостязает, так и от этого будет зависеть оценка. Правильно? Ну так вы должны приготовить были. Вот, например, товарищи, которым приехал лектор в горное село, они собрались в попахах, слушали, а у них там было про ЭВМ, про разные программы, про компьютер, они все послушали внимательно. Потом думают, надо же вопрос задать. И говорят, ну хорошо, это нам понятно, и про это нам понятно, и про это понятно. А вот скажи, мил человек, а как варенье в подушечке закладывать? И посыпался лектор. Не знает. Вот вы знаете, как варенье в подушечке закладывать? Вот не знаете. Эх, историк, понимаете, не знает, как варенье в подушечке закладывать. Все. Так я-то ждал, что сейчас вот придут и начнут мне такие вопросы задавать. Что-то вы не подготовились. Надо же так по-боевому относиться. Мы же с вами, ну как на учениях даже. Вот вы синие, а я черный. Так сказать. Мы, у нас война синих против черных, черных против синих. И сражаемся. Кто победит? Но стреляем не по-настоящему. Ну, как вы понимаете, тем более на консультации. То есть какая может быть тут стрельба? Только такая словесная. Надо показать уже в своих вопросах, что вы все понимаете, и дойдет дело до экзамена, я вас увижу, запомнил вас сразу раз, и вам отлично. А вы сидите, чтобы я вас забыл. Надо проявлять себя вопросами. Вот товарищ, он первый дал вопрос. Причем первый? Первый-то запоминается. И вы тоже по-крупному поставили вопрос о праве нации на самоопределение, не пустячок какой-нибудь. Вот меня волнуют какие всемирные вопросы единства нации и борьбы и ликвидации национальных проблем. А вас что волнует? Ничего вас не волнует. Если вас ничего тут не волнует. Ах, вас ничего не волнует? Три. Ну, я примерно так рассказываю. А вас что волнует? Какой вас вопрос вызвал? Все до конца у вас вопросы решены. Все, все до конца. Там разве есть какой-то вопрос, который разрешился на лекциях до конца? Я бы такого не нашел. В любом вопросе есть глубина, правда? Мы до какой-то степени ее там разбираем, но нельзя сказать, что этим все исчерпано. Вот все, что я вам сказал на лекции, это истина в последней инстанции. Вот только это надо запомнить, больше ничего никогда не знать, не читать, и только вот на этом поставите точку. Ну, с одной стороны, это хорошо и для меня приятно, скажу, вот наконец-то истина во мне дошла наконец, до самой себя. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что движение к истине, углубление к сущности, оно бесконечно. Какие еще есть вопросы? Нет вот вопросов? Если нет, то сейчас будем заканчивать консультацию. Пожалуйста. Спасайте положение, да. Эволюционно-социальный прогресс критерий расстройства. Что? Эволюционно-социальный прогресс расстройства критерий. Эволюционный социальный прогресс. В чем вопрос? Вот вопрос есть. Раскрывать критерии эволюционного социального прогресса. Ну, для того, чтобы раскрыть критерии эволюционного социального прогресса, надо показать, раз, какие бывают виды прогрессов. Да? Какой бывает прогресс? Эволюционный и революционный. То есть этот вот вопрос об эволюционном прогрессе нельзя раскрыть, не затрагивая вопрос о революционном прогрессе. Точно так же, как революционный, нельзя раскрыть без эволюционного, потому что они парные категории, как вверх и низ. Вверх – это не низ, а низ – это не вверх. Поэтому чем отличается революция от эволюционного прогресса? Эволюционный прогресс – содержит все скачки или нет? Эволюционный. Содержит скачки? Нет. Прям ни одного скачка не содержит? Да ладно. Снимите очки, это скачок будет. Скачок будет сразу. Я сейчас пиджак вот сейчас сниму. Видите, скачок будет. Я еще все время в пиджаке ходил, а сейчас вот так. Разница. Это все скачки. Но скачки и революция – это два разных понятия. Революция – это не просто скачок, не просто изменение качества, а переворот, причем в базисе и в настройке. Но когда речь идет о
Политическая революция – это политический переворот. Только в надстройке, то есть только власть поменялась. А как в целом, если брать революцию социальную, она включает в себя не только политическую революцию, но включает в себя и переворот во всех отношениях. И вот то развитие, которое идет от одной революции до другой, и называется эволюционным. Поэтому сколько у нас эволюционных движений? Давайте считать. Это эволюционное развитие первобытно-общинного коммунизма. Раз. Потом происходит революция. Революция, конечно, никто зимние там не берет. И в Смольном штабе нет октября. Но это революция, потому что появляется вообще государство, появляется целый класс. Было бесклассовое общество, стало классовое. Это переворот? Переворот. Появилось классовое общество, и создано орудие этого нового класса, первого класса, господствующего, который держит в поминовении вновь образованный класс рабов. Это переворот, это революция. После этого переворота идет мирное и счастливое развитие. Счастливое для кого? Для рабовладельцев. Счастливое развитие рабовладельческого общества. Некоторые рабы прямо, ну, чуть ли не как родные. Их иногда и за стол даже сажают. Но в любой момент могут убить. И это не будет нарушением законов. Ну, есть, конечно, бунты и восстания. Ну, с этими восстаниями прекрасно государство рабовладельцев расправляется, как оно расправилось с восстанием Спартака. Вот это все. Восстание Спартака нарушило эволюционное развитие? Нет. Восстание – это тоже это вот такой скачок, это толчок очень сильный, но эволюционное развитие продолжалось до какой революции? До феодальной революции. Огромное государство, которое создал Александр, причем создал не только огнем и мечом. Вот если вы почитаете Плутарха, он рассказывает там очень интересно о том, что вообще Александр старался как раз поддерживать и язык местный, и культуры, и в то же время нести культуру, которая была у греков, более широко. И поэтому его уважали, не только, так сказать, боялись как руководителя и военачальника, но и уважали в тех государствах, которые были объединены в единое огромное государство Александра Македонского. Это очень интересно. И он незамечен был в том, чтобы он, так сказать, использовал свое положение как крупного, так сказать, военачальника и как главы государства для того, чтобы пребывать в роскоши и только набивать себе карманы и так далее. Вот в этой ситуации вдруг все равно стало это все большое государство распадаться. И когда оно стало распадаться, на месте рабовладельческих государств появилось не вновь другие государства вот с такой же экономикой, а с другой уже экономикой, так сказать, варварской. Но эта варварская экономика оказалась более передовой. Да, пожалуйста. Как раз феодальная революция не произошла после падения Западной Римской империи? Как раз на ее остаток возникла. Она после-то после, но революция не состоит в падении империи. Революция состоит в том, что на место рабовладения появились феодальные отношения. То есть революция состоит не в том, что что-то упало. Вот если у нас все пропало, это не революция, это беда. А вот если при этом что-то возникло, то есть вообще революция – это позитивное явление. И революцию никогда не надо обрисовывать с позиции что-то уничтожить. Даже вот я вам говорил, что некоторые товарищи, которые не очень вот это понимают, смысл революции, что это позитивное явление, это быстрый, так сказать, перерыв постепенности, не только, но еще это скачок вперед, в сторону прогресса, когда быстро изменяются условия жизни с такой скоростью, которую предыдущие там столетия не могут изменить. А это делается за год, за два, за три или за десятки лет. Вот люди не
не продумавшие этот вопрос, например, поют «Интернационал», что весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим. Из чего вы будете строить мир до основания, если разрушите все? Или мир насилия, что отдельно стоит от мира добра? Вот, скажем, прежний мир, мир насилия. Давайте его до основания разрушим и построим из этой пыли. Да, будете строить что-то. Чем вы будете строить? Средств производства у вас тоже не будет. Из песка? В правильном переводе «Интернационала», который публиковался, совсем по-другому стоит вопрос. Весь мир насилия мы разроем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Революция – созидательное явление, поэтому падение Римской империи – это не революция. А революция, которая сопровождается падением Римской империи – это революция. Революция состояла в том, что на место Римской империи пришло другое государство и другое общество. Государство какого класса пришло? Какого? Когда можно будет говорить о революции, когда будет государство феодальное? Появилось сразу феодальное государство? Или еще долгий был, еще не сразу это все произошло? Вот пока не появилось феодального государства, никакой революции нет. А падение есть. Но тогда на протяжении нескольких веков. А? Тогда эта революция шла на протяжении нескольких веков. Ну и что? Ну и что? Ну и на протяжении нескольких. Чем вас это волнует? Ну это подпадает под понятие революции? Да. Вот политическая революция может очень короткая. Например, февральская революция в России, хлоп, и вот вам революция. Ну, сколько времени шло здесь развитие капитализма в России? Скажите, пожалуйста. В 19 веке был у нас в России капитализм? Ну, как вы думаете, если крестьян освободили в 61 году, чтобы их освободить, причем освободили указом царя, что уже произошло в России, что никто не бунтовал? Ни один помещик не стал бунтовать, никто не стал стрелять, не создавать, голову царю не оторвали. В чем дело? А? Значит, в 19 веке у нас уже капитализм был в экономике. То есть у нас в России вопрос стоял только об одном. Завершить эту революцию переходом власти в руки нового класса буржуазного. И все. Между прочим, это вообще характерно для буржуазной революции. Сначала в экономике происходит процесс. Сколько это займет? Сотню лет, полторы сотни лет в разных государствах по-разному. И, наконец, политическая революция, так сказать, сметает старое феодальное государство и устанавливает государство буржуазное. Вот и все. И тем самым завершилась социальная революция. А до этого это может быть 10 феодальных государств. Сколько лет, сколько сотен лет существовало, сколько лет существовали? Много сотен, правда? Причем, когда мы говорим о революции, мы здесь говорим не просто о перерыве постепенности, не просто о скачке, и не просто о быстром развитии. Мы говорим о том, что тут переворот, переворот, все перевернулось. Тот класс, который был угнетенным, стал господствующим, подавляемый класс стал господствующим. А тот, который был господствующим, теперь его подавляют. Ну, скажем, Октябрьская революция, когда состоялась в России, Великая Октябрьская социалистическая революция, буржуазию подавляли? Подавляли. Как подавляли? Вот разрешили потом, после национализации, когда у нее отняли. Сначала контролеров приставили, рабочий контроль, не трогали, собственность вообще не трогали, а, так сказать, присматривались, как управлять этой собственностью-то. Иначе можно захватить, а еще все разрушено будет. Поэтому сначала был рабочий контроль, а национализация была только в январе 2018 года. И не все национализировалось, а решающие средства производства. А потом с 2020 года начался НЭП, новая экономическая политика, когда допускалась частная собственность и до 3 наемных работников можно иметь. Чем подавлялась, так сказать, буржуазия? А вот тем, что вот больше 3 нельзя. Вот 3 наемных работников наняли, и все на этом. Дорогой товарищ, все. А вот 4-го наймете и пойдете в места не столь отдаленные. Подавляли, конечно, буржуазию, то есть ограничили ее. И вот такой шел процесс, когда государственное производство развивалось, расширялось. И когда
в государственном магазине можно было купить лучшие продукты, более дешевые, чем участника, участник стал экономически умирать. Ну, как вы сейчас видели магазинчик? Нет магазинчика, приходите, а нет его уже. И заварено, и закрыто, и написано, и все. И нет этого. Почему? Ну, какой-нибудь рядом крупная фирма поставила большой магазин. Все, они лопнули. Ну, и также государственная, если организация мощная по плану начинает развиваться, конечно, это приводит к подавлению, уже экономическому подавлению. Вот. Поэтому, вот, значит, второй у нас эволюционный процесс, второй, если первый был процесс развития первобытно-общинного коммунизма, да, до появления рабовладельческого строя, то второй эволюционный процесс – это развитие рабовладения до появления феодального строя. Третье – это развитие феодального строя до появления буржуазного строя. Не просто буржуазии. Буржуазии появилась она в рамках феодализма. А вот до появления строя, когда в целом можно охарактеризовать уже строй, это значит, должен быть и экономический переворот, и политический переворот. В Англии он давно произошел, а в Германии, в России, во Франции значительно позже. Потом этот же переворот такой произошел во Франции значительно раньше, чем 1789 год, буржуазная революция, да? А у нас 1917 год, буржуазная революция. Есть разница? Очень большая. На столетие слишком. И, наконец, вот идет развитие буржуазного строя до социалистической революции. И, наконец, после социалистической революции какое развитие? Эволюционное опять. И никаких революций не предполагается, потому что переход к бесклассовому обществу, который сначала достигается, так сказать, в основном нет эксплуататорских классов при социализме, а с развитием социализма вообще, как ликвидация социального неравенства, вот с этого момента никакой почвы для революции не остается, и все. Дальше все развитие эволюционное. Не надо больше переворачиваться, потому что все вот эти перевороты, они тоже, на самом деле, разные. Один был принципиальный переворот, качественный, когда был первобытно-общинный коммунизм, общество носит, человечество – это продукт общества, человек есть общественный человек. Вот люди жили как общественные люди, а потом стали жить на основах частной собственности. И три способа производства – рабовладельческий, феодальный и буржуазный – меняли форму частной собственности, но не меняли частную собственность. И, наконец, отрицание частной собственности, возвращение тем самым к коммунизму, но с включением не так, чтобы на камне все, на камень ничего не оставим вообще, все разобьем, уничтожим, камня на камне не оставим. Нет такого. Наоборот, с включением всех завоеваний, которые были получены в пределах частно-собственнических формаций, уже социалистическое общество начинает продвигаться от коммунизма неполного к коммунизму полному. И далее развивается. Поэтому революции мы насчитали 4, а эволюционных таких движений 5. Правильно? 5. Вот и все. То есть движение от революции до революции – это эволюционное движение. То есть, чтобы вот ответить на этот вопрос, надо знать, что такое эволюция и что такое революция. Хотя вопрос стоит только об эволюции. И наоборот, если кому-то будет вопрос по революции, ясное дело, я буду спрашивать, а что такое эволюция, тогда как вы отличаете? И так люди сплошь и рядом начинают изображать революции, что там вообще никакой революции нет. Ну, подумай, что-то поменялось. Вот, например, говорят о научно-технической революции. Научно-техническая революция – это скачок просто должен быть или переворот? Кто увидел какой-нибудь переворот в экономике, в технике? Кто переворот? Скачок. А? Скачок. Что? Есть только скачок. Скачок есть, а переворота нет. Резанием раньше обрабатывали металл и ковкой, и штамповкой. И сейчас резанием, ковкой и штамповкой. Скажем, были разговоры о том, что вот будут прямо из металлического порошка спекать прямо раз, тогда ничего не надо будет, ни стружки,
не штамповать, ничего не выбивать. Ну и сколько, какой процент? 0,0 делается. Какие станки? Ну вот станки совершенствуются, управление станков совершенствуется, все больше и больше, так сказать, управление этим станком передается в вычислительную машину. То есть программа составляется, и числовые станки работают числовым программным управлением. Или, скажем, сейчас можно видеть в отдельных элементах, на 3D-принтере можно некоторые детали пластмассовые делать. Я вот недавно был, буквально на днях, в Политехническом университете, там для студентов станочек такой стоит, и вот на принтере он печатает, идет такой, как бы, как проводок пластмассовый, этот проводок нагревается, и постепенно машина делает там шестерню. Пластмассовые же. Ну, вы же знаете, сколько пластмассовые шестерни держатся. Долго не держатся. То есть какие-то элементы есть в этом смысле, какой-то новизны. Это другой способ изготовления. Но он способ изготовления из таких материалов, которые не держат никаких серьезных больших нагрузок. То есть он, конечно, пока никакого переворота сделать не может. Поэтому предпосылки могут быть. Одно дело предпосылки, а другое дело революция. То есть, короче говоря, такое слово, как революция, попросту бросать не надо и попросту заявлять не надо. Научно-технический прогресс – это очень много. Вот, например, Владимир Владимирович недавно выяснял, как выполняются его майские указы. Имеется в виду май того года, когда он вступил в президентство. Вот смотрит, это выполняется, а по производительности труда не выполняется. Что с производительностью труда? Не только не растет, падает в России. А почему она падает? Да потому что никто ей не занимается. Вы обратите внимание, почитайте газеты. О чем угодно говорят. Как рубль упал или поднялся, кому чего, значит, передали, кто куда чего инвестировал, в какой фонд, удлинить пенсию народу или не удлинить пенсию, так сказать, выход на пенсию, возраст и так далее. Как бы еще? Вот вообще такое впечатление, что люди, которые сидят там, скажем, в экономическом блоке, они считают, что и спасти вообще Россию, может быть, только если пенсионеры будут не выходить на пенсию, а работать продолжать. Наверное, потому что эти пенсионеры умеют работать, а те, которые пришли к руководству экономическим блоком, они вообще не умеют работать. Кто такой Улюкаев? Что он такое создал? Он рассказывает, вы должны привыкнуть к новой экономической реальности. Дескать, сколько у вас стипендий? 1450, будет 1300. Привыкайте. И это для этого надо быть министром экономического развития, чтобы такую ерунду говорить. А вы спросите у них, а сколько заводов построили? Хоть один завод построили с 90-го года? Один. Тысячами строили заводы до этого, до 90-х. Тысячами. Какой завод? Кто-нибудь слышал хоть один завод, кто построил? Какой прогресс тогда, если нет заводов? Хорошо, а вот взяли завод и заменили старую технику на новую, всю. Слышали такое? Вы можете, так сказать, все передачи по телевидению просмотреть, и все газеты перелистать, и радио все прослушать. А нету про этого ничего. Может, это подпольщики делают, подпольные там партизаны какие-то заводы делают у нас. Может, под землей что-то такое готовят. Что потом все удивились, надо же, у нас какой вот появились новые заводы современные и так далее. Старье везде стоит. Причем, если говорить, так сказать, по-серьезному, вот у нас сейчас 73 триллиона стоимость основных производственных фондов. Значит, если их привести в порядок, то есть сделать возраст 10 лет этих фондов, не увеличивать, только вот омолодить. Это значит, надо каждый год менять 0,1, правильно? Тогда за 10 лет. Это значит, надо каждый год на амортизационные счета откладывать 7,3 триллиона. 7 триллионов надо откладывать. 7 триллионов. И вот эти 7 триллионов нужно не отправлять за границу в офшоры, а их вот никуда нельзя. И ничего на них покупать нельзя. И проесть нельзя. Вот на эти 7 триллионов – это затраты. Это не прибыль, это не то, что можно куда-то истратить. Их нельзя больше никуда. Это государство первым делом вот этим должно заниматься, чтобы вот эти 7 триллионов ушли куда?
в обновлении техники, чтобы взяли вот эти десятую часть, выкинули барахла и поставили 10% новых станков. А рассуждает, вы почитайте, что говорят. Мы направили 10 миллиардов. Да у нас по миллиарду взятки берут. А тут на государственном уровне разговаривают про какие-то миллиарды. 7 триллионов надо. А триллион во сколько раз больше миллиарда? А? Во сколько? В 1000 раз. 1000. 7000 миллиардов надо. 7000. Вы такие цифры слышали? Нет. Но это элементарный, вот я вам то, что я вам сказал, это элементарный подсчет, элементарный. Я, конечно, не великий там экономист, но я кандидат экономических наук, немножко в этом разбирался. И профессор по кафедре экономики и права. Просто слушать эту лапшу невозможно. И вот сижу, как поднимется экономика? Когда она поднимется? В каком квартале? С чего бы ей подняться-то? Вы дрожжи положили, чтобы она поднялась? Сидят, понимаешь, тесто сделали, муху и воду налили, и думают, она поднимется. Не поднимется она без дрожжей. Без средств производства новых не будет современной экономики. То есть, что от вас требуется? От вас требуется, в том числе на экзамене, самостоятельность. Вот я вижу, что вы разбираетесь. Не просто, что вы ответили бум-бум-бум, что я сказал, повторить можете. Если вы можете повторить то, что я говорил на лекции, это о чем говорит? Что вы на уровне обезьяны. Это от вас не требуется. От вас требуется показать, что вы на уровне человека. Ну, что-то вы скажите свое. Слово свое скажите. Правда? Вообще вот у нас, это не только на историческом факультете, у нас тоже. Вот люди показывают, что они прочитают и могут повторить. Так это с 6 класса вы бегло это делали. И это зачем я буду проверять, сможете ли вы написать изложение. Или устно изложить содержание чего бы то ни было. Правда? Ну я предполагаю, ну все могут. Ну то есть надо разбираться в этих вещах. То есть надо, так сказать, вот в чем состоит подготовка к экзамену, что вы это все не по частям, а вот когда вы готовитесь к экзамену, то вы весь курс освоили и смотрите связь всех этих понятий, все это в целом, и тогда это совсем другая картина у вас в голове. Не то, что вот отдельно это, отдельно это, отдельно это, отдельно. Так можно разрезать. Видели там, как мясо продают там это? Толстый край, тонкий край, филей коровы разрезан на кусочки. Что социальная философия состоит в том, чтобы общество на кусочки разрезать эту мертвечину, по отдельности выдавать. Ну вы уж, пожалуйста, не несите мне мертвечину на экзамен. Я вас очень прошу. Надеюсь, что вы не будете ее нести. Правда? Вот у вас, я вижу у вас такой вопрос о самоопределении нации. Такой вопрос придумали, теперь вас я не забуду. А вы вот не придумали вопрос. Учитесь. Человек понимает, что сдача экзамена надо брать вместе с процессом, вместе с консультациями, вместе с вопросами на лекциях. Надо же повлиять как-то на экзаменатора. А что вы так угрюмо будете на меня смотреть? И я на вас буду смотреть угрюмо. И что будет? Я-то не просто буду смотреть, раз вам три. А зачем вам три? А вы говорите, а что у меня угрюмо так посмотрим? Вы мне зарезать хотите, лучше вам поставлю три. Ну, это все шутки, конечно. В каждой шутке есть доля шутки. Так, еще какие вопросы есть на засыпку? Вот похожий вопрос, там, 127-й, про слияние наций. Там нужно сказать про то, что в современном мире происходит, там, типа в Молдавии, Румынии. Там, то есть этот процесс слияния наций? Да, это процесс объективный, и он связан с экономическим развитием. Вот как вы думаете, если, скажем, раньше у Франции были колонии алжирские, да? Потом алжирские, так сказать, трудящиеся и алжирская буржуазия выступали с позиции борьбы за национальное освобождение и стали самостоятельной страной. Они стали самостоятельной страной, но Франция, в том числе за счет тех богатств, которые она вычерпывала из Алжира, стала богатой страной, создала передовую экономику. Там производительность труда на втором месте по сравнению с Соединенными Штатами, высокая. И теперь уже вопрос о зависимости одной стороны от другой решается экономически. Богатые грабят бедных. Поэтому народ сам из Алжира поехал
Куда? На французском там они говорили, поскольку там колония была. Куда поехал? Во Францию. И очень много алжирцев во Франции. Что, идет процесс ассимиляции. Это положительный процесс или отрицательный? Процесс слияния наций – вполне положительный процесс. Если и это не делается насильственным образом. Если не делается насильственным образом. Да. Так что вот одни нации, одни, скажем, народности или национальности в нации разовьются, а другие, наоборот, сольются с другими. Вот все крупные нации образовались благодаря слиянию более мелких. Но это огнем и мечом не получишь. Это экономически, на базе экономического хозяйственного оборота. Да, пожалуйста. Но разве возможно слияние столь разных наций с различной культурой? Это же по-любому должно привести к столкновению на почве недопонимания и разности культур. Там же была колония, значит, никак. Значит, это... Значит, еще раз, в основе слияния наций, в основе процесса ассимиляции, вхождения одних наций, там более мелких, в более крупные, лежит экономический процесс. Вот возьмем, скажем, Советский Союз. В Ташкенте строится два авиазавода, были построены, два. Кто работал там, скажите, пожалуйста, в Ташкенте на этих авиазаводах? Как вы думаете? Ну, прежде всего, русские там рабочие работали. Потому что подготовка у узбекских рабочих к тому времени, когда были созданы эти заводы, была на нуле. Постепенно, благодаря тому, что там были русские рабочие, постепенно там стали создаваться многонациональные коллективы. В каждом коллективе, если это завод, там необходимо на каком-то языке говорить. На каком? На том языке, который все понимают. Поэтому то, что русский язык становился языком многонационального общения, это связано не с тем, что русские, так сказать, там важнее, чем, допустим, узбеки, а связано с тем, что они такую же самую функцию выполняли и в Таджикистане, и такую же функцию и в Киргизстане, и в Латвии, и в Литве. Вот как получилось, что освободились, так сказать, от России, Латвия, Литва и Эстония. И что там произошло? В Латвии ежегодно 200 тысяч уезжает ассимилироваться в Западную Европу. Что они там делают? Моют горшки. Больше там нечего делать. Ничего серьезного они там не делают. Они гастарбайтерами туда уезжают. А что было в Латвии? В Латвии делали электрички для всего Советского Союза. Так? И они ездили везде, по всей стране. В Латвии делали микроавтобусы. В Латвии делали приемники ВЭФ, которые у всех почти были, и пользовались колоссальным спросом. Латвия была индустриально-аграрной страной. На сегодняшний день нет ни одного крупного предприятия, нет рабочего класса. Она опустилась на уровень отсталой аграрной страны, придаток Западной Европы. Поэтому с точки зрения развития, вот вы, так сказать, говорили о столкновениях, никаких столкновений у нас по поводу того, что мы построили там предприятия, в том числе за счет ресурсов всего Советского Союза, никаких столкновений не было. Столкновения начались, когда все это стало разрушаться. Вот когда мы с вами начинаем горшки делить, это вот где мои, где ваши, а тут мы их совместно использовали, и все было тихо, мирно, хорошо. Как только начинаем разделяться, вот начинается столкновение. Когда начались межнациональные столкновения на территории Советского Союза? Строго с того момента, когда состоялся так называемый переход на рынок. А раз есть рынок, тогда давайте узбекский рынок, таджикский рынок, русский рынок. И давайте. А на рынке, извините, у нас тут другой разговор. Или я, или вы. Ваш вообще товар гнилой. Не покупайте у нее. Да она и руки не моет. А вы хотите молоко у нее купить. Заболеете, умрете. Покупайте у меня все на высшем уровне. Это обычный торговый разговор. Дележ. То есть вообще в основе межнациональных столкновений идет борьба за соответствующий рынок и деление соответствующее. А что касается противоречий, вот то, что вы сказали, противоречия, конечно, есть. Если противоречия есть, из этого следует, что они должны разрешаться. На какой почве? А на той почве, что в Советском Союзе открывались национальные школы, вас не заставляют там учиться обязательно в узбекской школе. Хотите в русской учитесь, хотите в узбекской.
Но откройте узбекскую школу, чтобы, если хотите, некоторые учились и там, и там. В русской школе, чтобы можно преподавали еще и узбекский язык. Вот у моей жены дядя работал в Ташкенте, и он, конечно, знал прекрасно узбекский язык. Какие могли быть там столкновения? А ему удобнее было на узбекском разговаривать, потому что в основном с узбеками работал. А тетя родная моей жены, она работала в вузе, преподавала математику. Ей удобнее было на русском преподавать, потому что математику там пришли разные люди, русские, узбеки. И прекрасно, так сказать, все, и все, конечно, изучали математику, потому что и учебники на русском языке, их больше, и они лучше, и так далее. И дальше можно будет продвигаться. Вот если есть у вас необходимость защищать диссертацию, вы, так сказать, узбек, вы будете на каком, на русском или на узбекском? Право я должен вам предоставить защищать на узбекском. Пожалуйста, переводчик вам будет, и будете вы оформлять в два раза дольше, чем все. Вот, все вам будет хорошо. И узнают о вас все узбеки всего мира. А если вы на русском языке будете защищаться, то, естественно, я вот сколько ни был на конференциях научных в Казахстане, я не видел там людей, которые не понимали бы по-русски. Не видел. Прекрасно говорят по-русски. Особенно потому, что там казахов было в советское время где-то 42%. Остальные не казахи. Поэтому для того, чтобы это все образование казахское, Казахская Советская Социалистическая Республика могла существовать, надо, чтобы какой-то язык их объединял. Естественно, их объединял русский. Потому что там были украинцы, там были и немцы. Мы жили на стройку, мы туда ездили, в Казахстан, и строили там школу. Вот на третьем курсе, когда я был студентом, вот я был командиром студенческого отряда. Мы строили школу в казахском селе. В этом казахском селе председатель колхоза был поляк Сикорский, главный инженер – кореец. Было там 9 русских, остальные – немцы. Прекрасно мы с ними на русском языке разговаривали, со всеми, и они с нами. Никаких не только не было конфликтов, однажды такой приходит к нам, приводит кого-то мужчину, говорят, он плохо вот в отношении вас высказался, вот как вы, вот, скажите, как его наказать? Я так удивился, думаю, что мы слыхом не слыхали, видом не видали, то кто-то там, вот наш адрес там высказался нехорошо, они, видите ли, решили, значит, привести его сюда, так сказать, как вот мы скажем. А в другой случай они пришли, у нас девочка потерялась, помогите искать. И мы искали всем отрядом, нашли. Ну какие тут противоречия? Противоречие возникает, когда я хочу вас ограбить, а вы меня. Тогда, конечно, противоречие. Если у нас поворот идет на товарное хозяйство, пошел грабеж. А если идет обычное хозяйственное развитие, люди, конечно, соединяются в единый коллектив. Назили, я знаю, который сейчас закрыли. Это беда для тех, кто там работал. Там молдаван было, ну, целые, так сказать, цеха. Но поскольку они молдаване, их на 3 месяца наберут, а потом их через 3 месяца вроде как формально их могут отчислить, поэтому у них все время были эти короткие договора, 3-месячные. Они ни в профсоюзной работе не могли участвовать, ни в политической деятельности активно, потому что они все время на коротком поводке раз соберут и вышлют их обратно. Сейчас придумали наши власти, что давайте вот вы покупаете, если вы гастарбайтер, купите, вот приедете сюда и купите патент на то, что вы. Раньше это платили за гастарбайтеров те, кто их нанимает, кто их сюда привозит. Зачем их привозят? Чтобы опустить зарплату местным работникам. Правильно? Для чего еще их сюда приглашают? Ну так, соответственно, и платите за это. Нет, пусть сами еще и платят. А ситуация такая, что в том же самом Узбекистане зарплата, я интересовался у гастарбайтеров, которые живут в разливе, где у меня дача. У нас прямо вот непосредственно домик соседний, там они и жили. Ну, говорит, зарплата, если 2000 рублей на наши деньги. 2000 рублей. Куда хочешь, поедешь, хоть как-то выжить с детьми. Вот они приехали, и спасает их только Россия сейчас. Только Россия их спасает. Поэтому едут отовсюду. А тут всякие препятствия сейчас начали чинить. Вроде того, ах, вы приехали в Россию, вот, платите деньги. Они за деньгами приехали. Они говорят, платите деньги. Начнем с того, что давайте деньги. А ведь это дорога-то одна. Сколько оттуда стоит?
То есть препятствий не надо чинить в хозяйственных вопросах, участию в хозяйственной жизни, независимо от национальности всех. То же самое и в науке. Разве в науке даже надо делиться по национальному признаку? Нет, а в культуре? А что, плохо, что вот сейчас будет украинская песня, потом будет молдавская, молдаванеска будет, танец соответствует. Что плохого в этом? Почему вас это пугает? Где столкновение-то? Что, артисты молдавские побили русских, что ли? Я такого не знаю. А что взяла, что столкновение? Это при... когда соединяются культуры. Наоборот, это фестиваль, а не столкновение. Какое-то мрачное изображаете. Где вы вас так научили? Я такого вам не говорил. На меня только не ссылайтесь, пожалуйста. Но это у вас была заготовка, я понял, такой специальный вопрос, чтобы я вас запомнил. Я это помню. Да. А? То есть, получается, при коммунизме там все нации начали слиться вместе? Это неизвестно. Это неизвестно. Это вообще вопрос, который нас не должен волновать. Это вопрос, который стихийно складывается. И это вопрос планомерно не решается. Мы планомерно должны обеспечить право нации на самоопределение. Все. Чтобы никто никого не заставлял. Вот я не должен заставлять вас обязательно вот говорить на таком языке, на котором я. Но на экзамене я буду по-русски. Прошу. Это, так сказать, ну если вы пришли в Ленинградский университет, ну здесь по-русски учат. Ну что делать? Можете поехать в таджикский университет, там по-таджикски будет. То есть это право выбора у вас есть? Есть. Ну все. Но заставлять-то вас никто не заставляет. Вы кто-нибудь заставлял сюда прийти в университет? Нет? Ну все, право обеспечено. Могли не приходить. Мне сын рассказывал, как у них там на военной кафедре один задает вопрос, говорит, а можно не подстригаться? Они говорят, подстригитесь все. Можно, тогда только не ходите на военную кафедру. А так можно. То есть никаких не нужно быть здесь перегородок. А мечтать на эту тему или там строить какие-то прогнозы совершенно не обязательно. Можно подумать, что какие-то люди, которые развивали Россию, задумывались о том, будет, сколько народу будет говорить на русском языке. Да вот шли завоевания, например, осваивали Сибирь, да, ездили в разные страны. Да, когда Петр сюда набрал иностранцев, чтобы поднять Россию, он тоже не думал о том, что он, так сказать, тут иностранщину здесь наводит. А эти иностранцы прекрасно говорили на русском языке. А Леонард Эйлер, такой известный математик, на каком языке говорил? На русском. И так далее. Точно так же, скажем, сейчас, поскольку много там работ научных выходит на английском языке, и на китайском. У нас развивается изучение английского и китайского языка. У вас на китайский язык есть специальность? Нет? А у нас есть китаеведы уже, философы. Я смотрю, они такие грустные, и не приходят сдавать, потому что они никак не могут сдать английский. Они, наверное, китайский сдали и прямо уже чуть умирают после этого китайского языка. А английский не могли сдать никак. Так что это естественно. Почему у нас изучали немецкий язык? Говорят, вот мы не готовились к войне. Некоторые дурачки это пишут из области науки. Мы как не готовились, конечно, на немецкий. Немецкий везде изучали. Для чего изучать немецкий язык? В том числе и потому, что угроза была такая. Прогресс, конечно, в Германии был мощный прогресс. У нас прогресс был больше, чем в Германии в то время. Им бы надо русский изучать. Так, еще какие вопросы есть? Так, считай до трех. Раз, какие вопросы? Два, какие вопросы? Три. Консультация закончена. Значит, дорогие студенты, приглашаю вас на экзамен. Значит, хочу вам пожелать успешно его сдать. И хочу сказать, что все историки, которые сдавали очень хорошо, то есть на хорошо и отлично. И думаю, что вы не ударите грязь лицом. Но хочу, чтобы вы были настроены следующим образом. Экзамен – это вот такое время, когда вы сидите и спокойно, напряженно думаете. Не надо настраиваться, чтобы я еще быстро сдал и побежал. А иначе в голове вот место мыслей начинают вот эти мысли.
как бы быстро получить. И вместо этого получается плохая оценка. Настраиваться на то, что вот вы пришли ко мне, я вам задал вопрос, вы не ответили. Я вам говорю, идите подумайте, вы думаете. Потом все пройдут по первому кругу, вы снова можете ко мне прийти. Потом снова. По крайней мере, никто позже меня не уйдет. Это я вам гарантирую. Я вас не брошу. И, наконец, вы все написали, все сделали, оформили, рассказали, разъяснили. Есть разные люди. Одни сразу отвечают, другие сначала им еще подумать, надо разобраться. Вот, подумать над теми вопросами, которые я задам. Поэтому эти два листочка для начала разговора. Для некоторых будет это и конец. Вот, а если там глупость такая будет несусветная, конец уже и по другой причине тоже может быть. Вот. А для основной массы, ну, есть какие-то у меня претензии и поправки. Вы их посидели, поработали, сделали, снова пришли. Это нормальный процесс мыслительный. Поэтому надо к этому относиться так, что мы сидим с вами и думаем. Я думаю о том, значит, как правильно оценить ваши знания, а вы думаете, как правильно изложить свои знания. У нас с вами творческая задача. Оба мы заинтересованы в одном и том же, в том, чтобы вы, так сказать, свои знания утвердили. Мы с вами вначале с вами говорили, что вы идете не сдавать экзамен, а держать его. Держать, то есть вы пришли со знаниями, выдержали и пошли. Дальше знания у вас остались. А кто намерен сдать его, но я это заберу, вы без знаний можете идти и без хорошей оценки. Так что давайте настроимся на том, чтобы выдержать экзамен. Счастливо. Всего вам самого доброго. До встречи.